Добрый день! Вы смотрите программу «Видеокарта уловистых мест России». Мы недалеко от города Саратов. Здесь мы собираемся исследовать водохранилища, находящиеся на территории Саратовской, Ульяновской и Самарской областей. И этот искусственный водоем был создан в интересах энергетики и водного транспорта. А нам он интересен с точки зрения исследования его уловистых мест, чем мы и займемся в нашей сегодняшней программе. Мы продолжаем обследование бескрайних волжских просторов выше Саратова. У нас впереди множество новых интересных рыболовных точек. Сегодня наша команда решает сделать акцент на мелях, принесших нам вчера наилучший результат. Наша отправная точка – Чардым-Дубрава. Меляков в округе много, но самые перспективные места находятся недалеко от русла, а точнее за ним. Поэтому, чтобы туда добраться, необходимо перейти коренную Волгу. С ветра и волны уходим в самый тихий заветный уголок. Подобные заливы здесь называют затыками. В них всегда можно найти много рыбы. Вода здесь теплее, и малька очень много. Приезжаем на место. Захватывающие волнение и азарт перед рыбалкой мешают быстро собрать снасти. Выбираем подходящие приманки и отправляем их в воду. Для того, чтобы не пугать рыбу шумом мотора, к самым интересным местам подбираемся на веслах. В то время, когда одна лодка из нашей команды уже начала ловить щуку на мелях, вторая группа рыболовов продолжает показывать вам уловистые места на русловых ямах, подходящие в основном для джиговой рыбалки. Ну, на 7 метрах есть малек. Ну, сейчас будем двигаться к берегу ближе и попробуем на 7-9 метрах показывать малек. Присутствует. Ну, сейчас где-то метров на 4 станем и будем сюда закидывать. Пытаться ловить. Сегодня мы приехали на новое место для джиговой ловли. Это около села Усовка. Достаточно близко до этой точки ехать. То есть накачал лодочку, можно доплыть даже на веслах. Место чем интересно? Здесь находится и судак крупный, щука, крупный окунь, голавль, то есть разнообразная рыба. Сейчас была поклевочка очень такая, которую не удалось реализовать. Интересный рельеф, тут, считайте, остров идет, около острова свалы пошли до 12 метров. Вот мы стоим на бровочке где-то на 4 метров и кидаем на глубину, пытаемся поймать хорошую рыбешку. Ну, плетеночка у меня где-то 20 либров, спиннинг до 50 грамм. Так, очень интересный спиннинг такой, То есть это дешевая серия, но она очень вяжет рыбу здорово. То есть у меня есть и хорошие спиннинги, но вот мне вот понравился. Он немножко тяжеловатый, но в компании, когда ловишь, не переживаешь, что можно его там сломать. И рыбу держит очень хорошо. Да он до 50 грамм тест. Чебурашечка у нас тоже где-то грамм, наверное, 28. Потому что течение здесь присутствует хорошее. Ну и виброхвостик 5-дюймовый. Очень хорошее течение несет. Должен хищник быть активный. Ну, будем ловить. Тем временем на меле рыбалка идет полным ходом. Клев щуки улучшается. Здесь практически нет волны, поэтому все поклевки и выходы рыбы происходят на поверхности, на чистой воде. Все на виду у рыболовов. Трофеи здесь небольшие и незначительные, но ярких поклевок и вываживаний очень много. Вот хоть что-то. Кумусама? Аля. Да. На большой воде выхода хищника дождаться не удалось. Выезд у нас достаточно короткий, а посетить надо много точек, чтобы показать их вам. Поэтому вторая лодка также уходит в затыки, чтобы попытать счастье на мели. Поймали вы, да? Слышь, Миш, ну у нас удар был хороший, у меня сошла. Судак, похоже, потому что чебурашка вся покоцанная. Слушай, мы сейчас вот заехали в протоку, да? Две протоки, одна левая, другая вправо. Правой, что летит? Ну, говорит, вторая протока, повернули на вторую протоку, направо. Едем дальше, тут две протоки, одна влево пошла, другая вправо. Широкая вправо, узкая влево. А вот в эту, прям вот вдоль того камыша у нас сейчас. Да, туда я и хочу, да. Просто вдоль того камыша сейчас мы зайдем, может быть, получится у нас зайти. Не, вон туда вот. Вон левее, видишь, там как нас туда, может, и понесет сейчас. И в ту озерину, может, даже протащить. В заливах много травы на дне, местами ее видно на поверхности. Такие естественные укрытия являются наиболее перспективными точками для поимки щуки. Несмотря на почти полное отсутствие ветра и других внешних помех, техника точного заброса здесь очень важна для достижения быстрого результата. Какой на ней зубик интересный остался от другой мамки. Да? Зубик на ней очень интересно остался от другой мамки. Опа. Битая мелкая щука говорит нам о том, что даже на таких мелководных участках велика вероятность подержать настоящий трофей. Продолжаем обследовать закрытые участки. Но, проходя протоку, на течении также обнаруживаем щуку. К нашему удивлению, она активнее и глубже проглатывает наши приманки. У местных рыболовов в ходу в основном колеблющиеся блесны. На протяжении многих десятилетий И люди, и объекты охоты щуки не меняют своих пристрастий. Но приезжие спиннингисты всегда стараются предложить местной обитательнице различные новинки. И составные свимбейты в последнее время приобретают пальму первенства среди искусственных приманок. Небольшой щуренчишка. Щуконосик. Шнурочек. Ну, так скажем, присутствие рыбы, казалось, есть. Вот он, вдогоночку. Нормально, на задний тройничок взял. Сейчас мы его аккуратненько вынимаем. Приманку в воду. Рыба тоже в воду. Вот он, плыви. Вот, раз от разу больше. Да, взяла, ну тут как сказать, протока, немножко течения и ямка. Они, видимо, мигрируют, может быть, ходят что-то, и на течении вот она немножко стоит, отжимается от течения, в закуточек встала. Вот в этом закутке она как сразу себя и проявила. Вот она стоит тут на течке, вода почище, посвежее, и она здесь атакует. Да. Она, может быть, она выходит из камыша даже, скорее всего. На свежей воде, на небольшом течении, действительно больше малька. Он разодоривает голодную щуку, и наши приманки тут как тут. На фоне одинаковой стаи малька искусственная яркая приманка сразу выделяется и привлекает хищника своими движениями. Фаворитом другой команды, оставшейся в откровенной траве на мели, становится неогруженная резина. Там, где невозможно провести ни воблер, ни блесну, только мягкие приманки со спрятанным внутри крючком смогут помочь рыболову добиться результата. Отлично. То есть, отлично, молодец. То есть, молодец, классически повела. Приманка не огруженная. Опа. Совсем ребенок. Оп. Но приятно. Течение усиливается ближе к руслу. По мнению экспертов, хищник тянется к свежей воде. Вон пенечек, где должна прятаться наша щучка. Принимается решение поискать щуку на протоках внутри небольших островов. Здесь воду не сильно протягивает, и, возможно, щука выберет такие места для самой активной охоты. Прекрасные места, хорошая проточка, быстрое течение. И щука же здесь крупная, которая ждет нас под кустиком. Ну давай, кидай, посмотрим, где она там спряталась от нас. Вот в том закутке сейчас, да, может быть, куда подальше. Бросок. Я кинул. Сейчас должна быть щучка. Вот, смотри, вот она и вышла. На этой проточке с быстрым течением. Да, где пытались ее найти. Там она и оказалась. Интересно, как взяла, да? Скоряк. Ага. Куда такая? Ну вот она. Еще одна. Что-то я не понял, ее кровь течет. Ударил под жар. Ты явками, смотри, что вот, ну, сейчас говорит, что щука стоит. Щука еще не активна. Что, выпустим ее, да? Я думаю, не сильно поранила ее. На забитых травой участках, где щука клюет как из пулемета, не все так просто. Без подходящей снасти рассчитывать на стабильную ловлю рыбы и серьезный улов не стоит. Каждое вываживание щуки из травы – это в первую очередь риск зацепа, который в лучшем случае может привести к сходу рыбу, а может и к потере приманки или даже к поломке самого удилища. Поэтому для ловли с лодки в заросших участках вам необходимы не длинные, до 2 метров 10 сантиметров, мощные камлеватые удилища с небольшим тестом, максимум до 21 грамма. При выборе палки и шнура нужно четко соблюсти баланс характеристик предполагаемых приманок и теста удилища, так как и воблеры, и неогруженная резина требуют определенной степени чувствительности, без которой невозможно выполнить правильной проводки. А если нет четкой возможности управления приманкой и понимания ее поведения в воде, то и контакты с рыбой получаются случайные и нестабильные. Ну вот. Сейчас рыбу достанем, если она достанется. Отдай. Опачки. Камыш. Сейчас, бля. Ну вот, как говорил я, ситуация такая, то есть вот начали рыбу ловить, так получилось, что рыба на открытой воде совсем не оказалась, то есть щука забилась в самую глубину камыша, никакие приманки провести вообще невозможно, и то есть пришлось нам, так сказать, такую маленькую хитрость, то есть неогруженная приманка силиконовая, в виде рыбки миноу, забрасывается буквально в траву и оттуда очень короткими подтяжками выдергивается. То есть, пускай щука невеличка, но в принципе, то есть результат уже есть. То есть поймали порядка 5 хвостов уже. И то есть вот такая вот неогруженная приманка на сегодняшний день оказалась лучшим вариантом, потому что, как я уже сказал, то есть рыбы на чистой воде абсолютно нет. Неизвестно, что ее загнало тут. Или плохая погода загнала щуку в камыш, либо малек весь ушел, потому что на самом деле очень прохладно для данного времени года. И на самом деле уже второй год подряд на Волгоградском водохранилище, почему-то осенью, экстремально большой уровень воды. В это время, как правило, если исходить из ранних наблюдений, в это время уровень воды должен быть на метр с лишним меньше. Ну вот получилось так, что непонятно что, но воду держат. И неизвестно, будут ли его еще сбрасывать. Ну, отпускаем нашу красавицу. Опа! В любой поездке всегда приятно получить дополнительные бонусы и приятные неожиданности. Поэтому, сделав еще несколько забросов, наши герои перемещаются на один из многочисленных островов. Здесь можно не только перевести дух, но и полакомиться дарами осенней природы, а попросту говоря, заняться собиранием ягод для душистого домашнего чая. Здесь растет боярышник, можно собрать его, очень полезная ягодка. Птицы еще не успели оклевать, его тут очень много. Мы его соберем и будем заваривать в чай обязательно. Также здесь подрастает шиповник. Если рыба не клюет или его уже доловились, может набрать этих ягод. немножко набрал. Так, якорек где у нас? Вот. В конце рыбалки, перед выездом домой, одна из лодок решает проверить еще одну интересную точку. Еще об одном месте, о котором я хотел вам рассказать в этой передаче. Это место расположено недалеко около города Маркс. Его ориентиры – остров Березняковский и рыболовный стан. Глубины здесь 5, 6, 7, 8 метров. Рыба, которая здесь обитает, судак, щука, окунь, жерех. Здесь были пойманы экземпляры, ну, такие как жерех на 6 килограмм, судак на 5 килограмм, щука на 8. То есть место очень перспективное и хорошее. Здесь удобное место для джига, джиговая ловля. Глубинный перепад присутствует с 3 на 7, на 8 метров резкие свалы. Ну, вот бровочки облавливать надо, где находится хищник. Домой на Чардым-Дубраву рыболовы останавливаются в одной из проток с небольшим течением для того, чтобы закрепить результат и подтвердить свое мнение об активности щуки на течении. Ну вот он, чурочек большой. Выпускаем. Тудым. Там сейчас за поворотом, там вот живет точно щука. Сейчас нас дотащит. То есть заход с Волги непосредственно. Опа, ушла. Ну, видели. Главное, посмотрели, рыба есть. Все равно отпускали, да. То есть заход с Волги, щука заходит в камыш, стоит, отдыхает, поджидает, да. Пробовали глухие затоны облавливать, но сильный ветер, видимо, старую траву подшибал с нее мусор, вода мутноватая. Щука, возможно, оттуда вышла. Потому что и перед этим были поклевки, где мы ловили, так скажем, на проточной воде. Ну а в конце программы давайте уже традиционно подведем итоги нашей рыбалки. И вот подошла к концу наша рыбалка в Саратовской области. Мы побывали в интересных местах села Чардым, что расположено в Воскресенском районе Саратовской области. Посмотрели джиговые места, посмотрели места ловли щуки по траве. Но погода внесла свои коррективы, так как сильный ветер, большая волна, и на джиг мы ничего не поймали. Невозможно было стоять ловить, была большая проблема. Но мы хорошо половили по траве щучку. Места расположены недалеко от села Чардым, то есть можно даже доплыть на весельной лодке, для тех, кому интересно. Ну, в заключение хочу сказать, рыбалка состоялась успешная. До новых встреч, с вами был Семен Хает.